Всем привет! Сейчас я вам расскажу прикольный и классный анекдот. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Медосмотр в военкомате. Очередь к хирургу. В кабинете хирург и две практикантки. Тут врача вызывают к телефону. Он уходит, остается в кабинете две практикантки. Заходит призывник, одна говорит: «А вы не могли бы трусики снять?» Парень так снимает штаны. Она так трогает его орган. Он у нее бац и встал. Она: «Маша, Маша, принеси, пожалуйста, холодную тряпочку!» Ну, та приносит холодную тряпочку, прикладывает его к старшему члену. И так повторяется несколько раз. Парню это все надоело. Он говорит: «Я сюда комиссию пришел проходить или ваши тряпки сушить?»